Всем привет, продолжаем гулять по Италии, по Риму. Вот хочу вам показать немножко фотографий Капитолийского холма. Капитолийский холм ведут две лестницы. Одна из них приводит на площадь, она называется Кордоната. А вторая к церкви Сан-Марии и Нарчели. Здесь находится статуя Диоскуров. Весь ансамбль Католической площади был создан в 1536-1546 годах по эскизам Микеланджело. Действительно, здесь скульптура Диоскуров, Кастора и Полукса. Эти статуи, как и многие другие, были найдены при раскопках в 16 веке, считается античными. Находится здесь конная статуя Марка Аврелия по центру площади. Она стоит как символ Рима. Копия бронзовой античной статуи Марка Аврелия. Оригинал хранится в музее Капитолия. Ну, что касается принадлежности статуи именно Марку Аврелию, этот вопрос до сих пор остается спорным. Просто все привыкли называть ее именно этим именем. Я использую данные Википедии для того, чтобы как-то разбавить словами то, что я показываю. Статуя никогда не подписана, никогда не была. И раньше считали, что это император Константин, а Марку Аврелию ее приписали на основании сравнения с портретом на подписанной монете в 12 веке. Вы понимаете сами, что монета и скульптура – это очень сложный вопрос. Сходство достаточно спорное. Вот посмотрите, пожалуйста, на Капитолийский холм. Хорошее местечко такое, можно посидеть, отдохнуть. Было жарко, когда мы там были. Два музея находятся там платных. Я туда не пошел, потому что просто было жарко. Вот, поэтому вот это Капитолийский холм, знаменитый холм. Кстати, как гласит легенда, именно с него начали строить Рим. И именно здесь в то время обитали гуси, которые спасли от атаки неприятелей город Рим. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего, до новых встреч. Показал вам Капитолийский холм в Риме. Да-да-да.